там 50 килограмм, он 1,5 литра воды должен выпивать. Сюда не входит ни первое блюдо, сюда не входит чай, кофе. Еще могу подсказать, чтобы вода хорошо усваивалась, добавляйте туда пару капель лимона. Что еще важно при достаточном количестве воды? Это вымывание токсинов. Тем самым мы помогаем всему организму очищать себя и оздоравливать. А это, конечно, ваш красивый внешний вид. Для красоты кожи и для красоты вообще организма, и для здорового организма важно держать свой организм в тонусе. То есть я рекомендую обязательно обратить внимание на физические нагрузки, особенно тем, кто большей части протяжении дня имеет сидячую работу. Находите себе какие-то причины, перерывы между работой сидячей, выходите на улицу, дышите воздухом, сделайте какие-то упражнения для себя, поприседайте. Это вам даст возможность, во-первых, получить больше кислорода, зарядить энергией свой организм и с большим эмоциональным подъемом проводить свое рабочее время. Это залог, опять же таки, вашего хорошего здоровья и, конечно, хорошего состояния кожи, лица в том числе. А сейчас внимание!